Я тогда прочитаю сам на санскрите. Бхавагрида Бхагаватас Тиртхабхута Свайам Вибо Тиртхи Курванти Тиртхани Свантахстена Гадабрита. Бхавагрида Бхагаватас Тиртхабхута Свайам Вибо Тиртхи Курванти Тиртхани Свантахстена Гадабрита. Давайте по слову повторим. Бават, Бават, ты, ты, вида, вида, как, Бхагавата, Бхагавата, преданный, преданный, Тиртха, Тиртха, святые места паломничества, святые места паломничества, Бута, Бута, превратил в, Сваям, Сваям, лично, Вихо, о могуществе. Тирти Курванти сделал святым местом паломничества. Тирхани, святые места. Свантастхена, пребывающий в сердце. Гадабрита, личность Бога. Перевод. О мой Господин, воистину такие преданные, как Ты, это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце личность Бога, и потому превращаешь любое место в место паломничества. Комментарий Шрилы Прабхупады. Благодаря своим разнообразным энергиям, распространяющимся повсюду, подобно электричеству, распространяющимся в пространстве, личность Бога вездесуща. Беспримесные преданные Господа, подобные Видури, способны ощутить это присутствие Господа во всем, и оно проявляется в них, как электроэнергия в электрической лампе. Такой чистый преданный, как Видура, ощущает присутствие Господа всегда и во всем. Он видит все в энергии Господа и самого Господа во всем. Святые места во всем мире предназначены для того, чтобы своей атмосферой, заряженной присутствием беспримесных преданных Господа, очистить загрязненные сознания людей. Тот, кто приходит в это место, должен найти там чистых преданных, получить от них наставления, стараться следовать им в своей практической жизни и тем самым постепенно подготовиться к окончательному освобождению, возвращению к Богу. Посетить места паломничества не значит просто совершить омовение в Ганге или Ямуне и зайти в находящийся там храм. Нужно также найти там представителей Видуры, у которых нет других желаний, кроме одного – служить личности Бога. Благодаря чистому служению таких преданных, в котором нет и следа кармической деятельности и утопических спекулятивных размышлений, личность Бога всегда пребывает с ними. Они действительно заняты служением Господу, в частности, посредством слушания и повторения. Чистые преданные слушают авторитетных людей и повторяют их рассказы о величии Господа, воспевают и описывают его. Махамуни Вьясадева слушал Нараду, и затем повторил его слова в своих писаниях, а Шукадев Госвами получил их от своего отца и передал Парикшите. Так передавался Шримад Бхагаватам. Итак, чистые преданные Господа своими действиями могут превратить любое место в место паломничества.
И только благодаря им святые места заслуживают того, чтобы их называли святыми. Такие чистые преданные способны очистить оскверненную атмосферу любого места, не говоря же о месте, утратившем святость из-за сомнительных поступков корыстных людей, пытающихся сделать бизнес, пользуясь репутацией святого места. Еще раз текст. Бхавадвита Бхагавата Тиртха Бхута Сваям Виго Тиртхи Курванти Тиртхани Свантахстена Гадабрита. О мой Господин, воистину такие преданные, как Ты, это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце личность Бога, и потому превращаешь любое место в место паломничества. Магьяна Тимирана Сиаи, Джанаши Макаяна, Шакши Мамин, Тамьяна, Сашу Мамин, Навау Мушну Падая, Кришна, Кришна, Мамин, Чинаду, Актиданта, Свами, Митин, Намасте, Сарасвати, Деля, Гауравани, Прачай, Мамин, Вишна, Шамани, Пачатай, Виштани, Намау Мушну Падая, Кришна, Кришна, Бутала, Чинаду, Мамин, Намасте, Митин, Намах Дурпан, Пунитаса, Джаганат, Митранам, Намахтай, Бхагасука, Кришна, Кришна, Нарасалим, Нарашипан. Итак, я не случайно выбрал этот текст сегодня, ввиду того, что, во-первых, мы находимся в святом месте, воистину в святом месте, Шри Нитанага Ридхами, который не лично от Риндаунда. А во-вторых, сегодня благословенный день ухода величайшего Вайшнава, благодаря которому на самом деле мы все получили возможность познакомиться с знанием Кришны, Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакура. И я попытаюсь увязать эти две темы, темы святого места и темы великого святого Бхактивинода Тхакура в одно целое. То есть в этом тексте говорится, что великие святые являются олицетворенными местами паломничества. В других местах Шримад Бхагаватам таких святых называют Тиртхапады. Тиртхапад означает, что это тот человек, который, куда бы он ни пришел, он превращает это место в место паломничества. То есть такова природа великих преданных Господа. Очень важно понять, что сознание Кришны, это сознание Кришны не является никакой сектантской религией. Сознание Кришны – это на самом деле религия души. И доказательством то являются две вещи. Если кто-то со мной не согласен, может эти две вещи оспорить. То есть первая вещь – это когда мы соприкасаемся с сознанием Кришны, мы осознаем, что святость существует, что можно жить в этом мире, следуя очень высоким, очень возвышенным и очень чистым принципам. И второй момент, который мы на каком-то этапе для себя открываем, мы начинаем понимать, что если такая святость существует, то я могу следовать этому пути. Этот путь доступен также для меня. Я думаю, что каждый из вас так или иначе осознает эти два момента. Это удивительно. Я вчера как-то вспоминал то, как я присоединился в сознание Кришны. Я поражался тому, как меня восхищали преданные. Когда я встретил впервые преданного на улице, это был брамачари, очень худой, высокий худой брамачари. Его звали Шалакрит Прабу, он был из Днепропетровска. Я его просто случайно увидел, он стоял посреди потока людей, которые шли к местному ЦУМу в моем родном городе на Украине. Он просто стоял, это был огромный какой-то бесформный рюкзак перед ним стоял. И он такой очень потешного вида, бритый, такой вот красной кепки, такой, знаете, как пионерские кепки, такие натянутые, торчат уши. И он такой стоит с двумя книгами, так стоит посреди этого потока, и люди его обтекают, этот поток. И он такой стоит, и я восхищен. И он такой, знаете, такой протягивает руку и говорит: «Женщина, куда же вы бежите? Остановитесь! Подождите, там ничего нет! Посмотрите эти книги, мы вечны. И вот так это говорил, я смотрел на него и не мог поверить своим глазам. И такое было ощущение, как будто бы на землю приземлился какой-то
библейский пророк, знаете, какой-то там Иоанн Богослов. Вот он стоит на площади и несет свою благую весть, послание Бога. Это было настолько удивительно, и я смотрел, думаю, вроде нормальный парень, вроде наш славянин, говорит по-русски. Вот, и я не мог поверить, как этот человек так, настолько он погружен. Я как завороженный стоял возле него и слушал, как он проповедовал. Потом через какое-то время подошли свидетели Гога, обступили его, попытались его изолировать от других людей, стали задавать свои каверзные вопросы. И я смотрел на него, у него такие широкие открытые глаза, как у ребенка. И он не задумываясь отвечает, но его вопросы они просто идеально отвечают на... Его ответы идеально отвечают на все, его, на все их вопросы. Через пару минут они начали нервничать. А тот главный, который спалил у него, начал крутить в своих руках солнцезащитные очки, потом их поломал случайно. В общем, все это как-то так закончилось интересно. Но я был поражен, откуда у него такие знания. И на что он мне сказал, как говорит, надо читать книги Святого Павла. Все эти знания получил оттуда. Это был обычный человек, обычный такой же, как и я. И вот таким вот образом я открыл для себя, что преданные – это удивительные люди. Это такие же, как и я, такие же люди, которые живут вокруг. Но почему-то они очень отличаются от окружающих людей. И они отличаются тем, что у них очень чистые помыслы, что они живут в совершенно другой реальности. Ну и так постепенно я тоже втянулся в эту сеть. Но идея такая, что Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит, что сознание Кришны, оно подобно этому электричеству. То есть электричество – это такая субстанция, которую не видно, но она течет, она где-то присутствует, и она передается. И вот это электричество – это божественная энергия, которая непосредственно исходит от Господа. И вот он эту энергию передает, он на самом деле проявляет ее через живых людей. Вот. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что сознание Кришны человек не принимает философски, сознание Кришны переходит подобно инфекции. В сознании Кришны можно заразиться. Каким, знаете, воздушно-капельным путем, можно сказать. То есть мы подхватываем сознание Кришны. И это та вещь, которую невозможно как-то прогнозировать или предсказывать, или как-то превентивными методами избежать ее. То есть она все равно проявляет себя подобно этой внутренней электрической энергии Господа. Достаточно того, что человек соприкасается с преданным. По сути, мы можем посмотреть, что это движение, оно состоит из жертв, такое мощного влияния, сильнейшей такой трансцендентальной радиации. Шрила Прабхупада, кто бы мог представить себе, что некий индийский йог, в каком-то смысле саду, который приехал на Запад, сможет совершить в 20 веке принести новую религию. Религиозный рынок или религиозный мир очень плотен. Чтобы прийти с какой-то новой идеей, то есть любые основные течения, они происходили в какие-то такие периоды истории человечества, в которых что-то происходило, такое, знаете, какие-то потрясения, катаклизмы, серьезные какие-то были испытания для общества. Или же, по сути, можно сказать, что никаких не было предпосылок. И тут посреди 20 века вдруг неожиданно появляется совершенно новая религия. То есть это с социальной точки зрения это очень неожиданное явление. Шрила Прабхупада вдруг принес такое вот экзотическое учение на Запад. Вот. Когда мы общаемся с учениками Шрилы Прабхупады, мы можем увидеть, что насколько они удивительны. Нам очень повезло, что мы живем в Нью-Йорке, где постоянно происходит множество интересных вайшнавских каких-то фестивалей или событий, и периодически появляются замечательные преданные ученики Прабхупады. Каждый из них подобен драгоценному камню.
Но если посмотреть на то, кем они были до сознания Кришны, мы можем увидеть, что они выросли из ничего. То есть, по сути, Шрила Прабхупада их создал. И то, как однажды один из учеников Прабхупады пожаловался, сказал, что Шрила Прабхупада, у нас нет никаких хороших качеств, не было никаких причин, по которым я бы мог стать преданным. У меня не было никакого благочестия. Шрила Прабхупада сказал, я создал тебе это благочестие, я его дал тебе. То есть это то, как работают святые в этом мире. И вот эти святые, они всегда оставляют после себя след. Те места, в которых они живут, те люди, с которыми они соприкасаются. Я пару раз в Нью-Йорке сталкивался, когда на улице, вот как-то я открывал храм Бесценных Даров на 2-й авеню, и вдруг неожиданно сзади кто-то посигналил, я разворачиваюсь, и просто человек высовывается из окна машины, кричит «Джай Прабхупада». Вы представляете, просто на улице человек случайно проезжал. То есть и он стал говорить, что он был в этом, как это назывался, храм? Харисан, не Харисан, а адрес, старый храм в Нью-Йорке. Хендрик-стрит. Что он говорит, я бывал на Хендрик-стрит. Или юрист, который мне оформлял грин-карту, мистер Потемкин, Ян Потемкин, который ни слова не знает по-русски, но в каком-то втором поколении он является потомком иммигрантов с Одессы, который бывал на лекциях Прабхупады. Ну, то есть такие люди, все эти люди, которые соприкасались с чистым преданным, они никогда не смогут его забыть. Они всегда несут в себе то общение, которое они получают. И вот в данном тексте говорится, что святые, они также очищают все, что их окружает. Те предметы, которыми они прикасались, те места, в которых они жили, те дома, в которых они находились. И вот мы находимся в одном из таких мест. Часто обычные люди подсознательно знают, что святое место имеет какую-то уникальную особенность. В частности, люди тянутся в такие святые места, они идут в паломничество для того, чтобы получить какое-то разрешение каких-то своих проблем. Как правило, люди и обращаются к Богу тогда, когда им плохо, когда они болеют, они несут туда своих больных детей или сами идут и ищут исцеление. Вот. То есть можно увидеть в разных традициях множество есть таких мест, известных мест, Иерусалим, Мекка, там, Ассизи, да, место явления святого Франциска, ну и так далее. Разные пустыни, разные какие-то тиртхи в Индии. Вот. Люди идут в паломничество, например, чтобы омыться в водах Ганги, вот, смыть с себя грехи. Вот. Но самое главное, чем уникальны эти святые места, это общество святых. И вот это место, в котором мы находимся, оно освящено тем, что, во-первых, саму общину заложил сам Шрила Прабхупада. Он присутствовал здесь, он ходил здесь, он жил здесь. И также здесь жили многие другие очень великие вайшнавы, такие как Шрила Бхактитирта Свами Махарадж. Вот, и они по-прежнему присутствуют в этих местах. И опять же, мы можем не просто получать милость этих святых мест, но мы также можем и распространять славу этих святых мест. В данном случае мы собрались здесь для того, чтобы организовать, поучаствовать в этом замечательном фестивале и помочь тем людям, которые по высшей воле окажутся в этом месте, придя сюда как тоже как в тиртку, потому что они также идут сюда со своими проблемами, своими трудностями. Мы можем также помочь им соприкоснуться с великими душами, великими святыми. Если мы будем воспринимать эту ситуацию не просто как обычное мирское мероприятие, но как паломничество, и если мы поможем этим людям соприкоснуться с Гитанагари как с святым местом, то мы можем
то Господь может использовать нас как инструмент для того, чтобы люди получили такую милость. И Шрила Бхактивинода Тхакур, чей день ухода сегодня мы отмечаем, является также одним из примеров того, как могущественно влияние саду санги, насколько оно важно. Потому что Шрила Бхактивинода Тхакур, конечно, занимает уникальное положение. Мы в каком-то смысле мы не можем говорить о том, что он когда-то присоединился, как мы обычно говорим о себе. Он является вечным спутником Господа. Но тем не менее, в его земных лилах был период, когда он внешне не проявлял себя как вайшнава. То есть он родился в 1738 году, получается, 19 век. И поначалу он даже был очень таким верным христианином. Он писал поэмы, он на самом деле был очень плодовит в плане литературной деятельности. И он знал 7 языков, он писал замечательную поэзию во славу Иисуса Христа. Вот. Но в какой-то момент, благодаря тому, что он познакомился с великим вайшнавом, который помог ему узнать о Господе Чайтанье. И самое интересное, я был поражен, когда я услышал об этом, что этот вайшнав он был мусульманин. Представляете? То есть он был внешне, он был факиром. И этот мусульманин, все, что он сделал, его пригласили родители, тогда еще Кедаранатхи. Кедаранатха – это детское имя Бхактивинода Тхакура. Для того, чтобы тот помог исцелить его сына от серьезного недуга. Бхактивинода Тхакур страдал от тяжелых мигрений в раннем возрасте. И вот в процессе общения, когда он проходил курс лечения от этого факира, тот лечил его какими-то травами и мантрами. В какой-то момент он раскрыл ему свое сердце и сказал, что на самом деле он был последователем Господа Чайтанья. И благодаря своим этому курсу лечения он в конце концов вылечил Кедаранатху. Но у них сложились очень близкие, теплые отношения. И вот тогда он ему открыл свое сердце, он ему рассказал о Махапрабху. То есть он впервые узнал о Господе Чайтанье от него. И таким образом он положил в его сердце сильной любви к Господу Чайтанье. И с того момента вся жизнь его стала преобразовываться. То есть он стал искать, он стал собирать по крупицам информацию о Господе Чайтанье. Как это не удивительно, но в то время учение Господа Чайтанье было рассеяно. То есть были всевозможные какие-то школы, которые сложно было назвать в чистом виде последователями Господа Чайтанья. Но так или иначе, по сути, в Западной Бенгалии даже мало кто помнил о нем. И Бхактивинода Тхакур заняло 14 лет, чтобы найти копию Чайтанья Чаритамриты. Это главное писание, в котором описывается имя Господа Чайтанья. Представляете, 14 лет он искал эту книгу. В конце концов он получил копию, и так постепенно он стал возрождать это учение. Поэтому Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада говорит, что Бхактивинода Тхакур является пионером проповеди сознания Кришны. Именно благодаря ему, он был великим реформатом, благодаря ему мы получили в полном виде то, что принес Махапрабху. И Бхактивинода Тхакур имеет также еще две очень важные роли, которые он выполнил в возрождении движения Санкиртан. Одна из них – это его революционные отношения, его инновационные подходы к проповеди. Однажды он опубликовал одну книгу, которая впоследствии была переведена на английский язык и называлась «Господь Чайтанья, его учение и наследие». И эту книгу он начал рассылать в самые видные известные университеты по всему миру. А
Впоследствии копию этой книги нашли в Лондонском королевском университете. Потом вторую копию преданной нашли в Канаде, в университете Макилла. Я слышал такую историю, что тот преданный, который нашел эту копию, ну, он ее взял почитать и никогда ее не вернул. Ну, как обычно преданный поступает. Да, и таким образом Бхактивинода Тхакура, он первый, кто начал распространять сознание Кришны на Западе. Шрила Прабхупада однажды сказал, что Бхактивинод мог распространить сознание Кришны буквально за считанные дни. Но он это не сделал, потому что он специально позволил Шриле Прабхупаде, он оставил эту милость для него, чтобы он это выполнил. Также Бхактивинода Тхакура предсказывал приход Шриле Прабхупаде. Он сказал, что однажды придет великий вайшнав, который распространит воспевание святых имен по всему миру. Вот. И самое интересное, вот, Дамодар Виджая Прабху поддержит меня тем, что его духовный учитель Шрила Джайапатака Сава Махарадж принял своим сердцем очень важную миссию, которую начал непосредственно Бхактивинода Тхакур. И эта миссия заключается в том, что эта миссия заключается в возрождении всех святых мест, связанных с силами Господа Чайтаньи. Бхактивинода Тхакур написал несколько книг. Он находился в очень глубоком самадхи. Я немного расскажу о его графике чуть позже, чтобы вы представили себе, насколько он был не просто плодовит, насколько он был практичен и сосредоточен на своей роли. И он очень многое сделал для возрождения движения Санкиртаны. Но в частности он написал, он получал откровения. То есть в своем глубоком баджане Господь проявлял и показывал ему то, что и где происходило в Западной Бенгалии, в лилах Господа Чайтаньи 500 лет назад. И эту информацию Господь Бхактивинода Тхакур записал в нескольких книг. Одна из них – это «Навадвипа Дхамма Махатмья», а еще одна – «Навадвипа Бхава Таранга». И в этих книгах он подробно описывает, что в таком-то месте происходили такие-то лилы. Но учитывая то, что Навадвипа является проявлением и проекцией всех святых мест, связанных с лилами Господа, и там присутствуют и Вриндаван, и Айодхья, и там Ришикеш, и многие другие священные места Индии, то Бхактивинода Тхакур раскрывает все эти места подробно. Я имел великую удачу в 90-е годы участвовать на Дип Мандал Парикраме. Кто из вас участвовал? Ты не участвовал? Да. То есть это такой очень веселый, такое шествие, в котором принимают участие преданные, которые обходят разные места, они останавливаются, они слушают об этих конкретных местах, что там происходило, и потом они ночуют, на следующий день они собираются, приходят в новое место. И вся эта процессия занимает такой ход, можно сказать, не крестный какой-то, я не знаю, как назвать его. Вайшнавский ход, он занимает около двух недель. Вот. И мы посещали всевозможные места. И это поразительно, насколько подробно, что там только не происходило, какие удивительные вещи проявляли себя, и как всевозможные великие и аватары, и полубоги, как они приходили в эти места и проявляли удивительные лилы. Как, например, есть одна деревушка, причем эта деревня, на самом деле, ее даже не существует в наше время. Но это просто какие-то манговые рощи, которые Бхактивинода Тхакур описывает как Вайкунтхапура. И в этом месте он говорит, Шримати Радарани провела особые лилы. И в частности он сказал, что в этом месте живет белая сова. И тот, кто увидит эту сову, он получит особую милость Радарани. Ну, вы можете представить себе, что случилось после того, как Джайапатака Махарадж это нам рассказал. То есть, естественно, мы все стали искать там в ветках, где же эта белая сова. Вот. То есть Бхактивинода Тхакур, он мог, имея свое духовное видение, он мог на самом деле проявить святые места Вриндавана и других святых мест в Навадвипе. В частности, Бхактивинода Тхакур жил на берегу Джаланги в своем Свананда Сукада Ашраме, в своем доме.
И с крыши своего дома он часто видел особое зарево, которое исходило с восточной стороны, из-за горизонта. И однажды он получил откровение, в котором Господь Нидьянанда явил себя ему и сказал, что это зарево исходит от великого храма, который будет построен во славу Гаура Нитая, во славу Господа Читания Нитьянанды. И преданные со всего мира, и там Бхактина такой пишет, что будут преданные собираться с Англии, from England, Prussia, Пруссия, Russia, Россия, и будут вместе петь Джай Шачинандана, Джай Шачинандана. То есть Бхактина такой предсказывал. Мы можем только задуматься о том, что в те времена не было такого. Вайшнавизм настолько был ограничен, и никто даже не мог представить себе, что когда-то он перейдет за пределы индийского субконтинента. Но тем не менее это все свершилось. То есть у него было это видение. И в конце концов все это воплощается в жизнь. У Бхактивинода Такура было потрясающее расписание. Он сегодня читал, был просто поражен. Ну, вот просто вслушайтесь. Он ложился спать в 8 вечера. Спал до 10 ночи. В 10 часов он подымался, умывал лицо, полоскал рот и садился писать книги. Он писал до 4 утра, потом полчаса он отдыхал, и с 4.30 до 7 утра он повторял джапу. Потом он завтракал, собирался, и он работал верховным судьей местом в этом округе. Он занимал очень высокое положение во времена британского владычества. Более того, к его дому британцы проложили узкоколейку специально, чтобы ему было удобно ездить в суд. Представляете? Вот. И далее он находился в офисе, в суде с 10 до часу дня. После этого он возвращался домой. Час он отдыхал дома. И затем возвращался опять в свой кабинет, в офис, где он работал до 5 вечера. После этого он возвращался домой и переводил многие писания с санскрита на бенгали. Опять же, он там ужинал, у него был очень легкий ужин, и так же, как и легкий обед, он выпивал пол-литра молока, съедал несколько фруктов и пару чапати. Это все, что он ел. И затем в 8 часов он ложился спать. То есть в общей сложности он спал всего 3 часа в сутки. Вы представляете? И это происходило на протяжении многих и многих лет. При этом он был обычным, можно сказать, светским человеком. То есть он не был садху, он не был монахом, у него было 10 детей, у него была семья, у него были множество социальных обязанностей. Он показал себя как очень, очень ответственным, таким законопослушным, можно сказать, клерком, я имею в виду, в государственном офисе. И тем не менее он был глубоко погружен в свое служение. То есть Бхактивинода Такур для нас очень важен как ачарья и как пример, потому что часто мы думаем, что вайшнавизм – это религия или для монахов, или для изгоев, или, я не знаю, для кого. Часто мы думаем, что сознание Кришны как-то очень трудно вписать, особенно в городскую жизнь, в западную жизнь. Но Бхактивинода Такур, он жил в обычном обществе, он был частью этого общества. То есть иногда поначалу мы думаем, что сознание Кришны – это что-то, что… Ну, то есть это одно отдельно, а вот наша жизнь в миру – это совсем другая вещь. Или же наоборот, мы пытаемся себя дистанцироваться от обычных людей. Но истинное понимание сознания Кришны как раз и заключается в том, что мы являемся частью этого общества. Мы живем в этом мире, мы живем с этими людьми, и мы являемся частью этого социума. И тем не менее, мы можем развиваться духовно, тем не менее, мы можем духовно культивировать свою бхакти-лату, свою лиану, преданность в своем сердце, и при этом служить людям, помогая им решать их проблемы и при возможности помогая им духовно совершенствоваться. То есть это та самая ситуация, в которой каждый из нас
независимо от того, какое бы мы ни занимали положение, мы можем быть проводниками, через которые вот это духовное трансцендентальное электричество будет передаваться и таким образом подключать других людей к этой всей такой сети трансцендентальной, я не знаю, трансцендентального энергоснабжения из духовного мира. Вот. Давайте на этом остановимся. У нас есть 15 минут. Если есть какие вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста. Если кто-то что-то хочет рассказать об этом, вот такую, пожалуйста, тоже. Ну, во-первых, пригласите поблагодарить вас за прекрасную лекцию. Очень информативную и очень будет вдохновляющая. Я слушаю лекции 15 лет. И вот впервые сегодня услышал, что, оказывается, Ильинова Хатмура была мигрень. Это очень вдохновляет. Я тоже мучаюсь мигренью и так далее. Но у меня появилась надежда, что когда-то появится на бумаге излечить эту мигрень. Сказали, что это сознание Кришны, оно просто как водная эмульсионная сетка распространяется по всему миру. И на самом деле, да, в итоге в каждом деревне, в каждом городе у нас они превратятся в святые места по теории. Вот здесь, наверное, уже 50 лет эта эмоция распространяется, а почему-то там соседи, они выконивают. Они что? Выконивают. А, выконивают даже. Почему такое вообще происходит? Соседи ваши, или в принципе любые соседи. Ну вот там, был Эмишев, почему-то он как Эмишев остался. Чего ему вообще не хватает, чтобы стать сознающим Кришну? Шримад-Бхагаватам в одном месте Шрила-Прабхупада говорит, что этот мир давно бы уже скатился в ад, если бы на этой планете не были святые, которые молятся за благо этого мира. Влияние святого имени, влияние великих святых не обязательно должно иметь внешние какие-то последствия. Достаточно того, что преданные, когда повторяют святое имя, даже сегодня утром я повторял святое имя, я просто чувствовал, как будто мы все, вот как раз вот это энергетическое, почему я и выбрал этот текст, потому что у меня такой был образ, такое видение, как будто бы, представьте, мы запускаем некие какие-то импульсы. То есть святое имя – это энергия, в любом случае, это божественная энергия. И вот мы, находясь в этом месте, одновременно мы эту энергию как бы генерируем. И эта энергия, даже мы даже не понимаем, что происходит. И, может быть, это и хорошо, чтобы мы не сошли с ума от тех чудес, которые вокруг происходят. Но святое имя, оно распространяется повсеместно. Оно поражает своим влиянием все, что окружает нас. Эти деревья, эти насекомые, которые здесь летают, птицы, животные. Мы вчера змею увидели, тоже наверняка она что-то получает здесь. Вот. То есть все это пронизывается этой энергией. И вся планета начинает резонировать. И одновременно с этим в других частях мира тоже преданные повторяют святое имя. А есть какие-то внешние факторы, которые также говорят о том, что движение Санкиртаны имеет эффект на этот мир. То есть мы видим, что буквально за какие-то пару десятилетий идеи, например, реинкарнации, идеи вегетарианства, идеи там, кармы и все остальное, эти вещи стали уже, как говорится, известны каждому человеку. То есть постепенно это все распространяется. Но идея не в том, что вопрос не стоит в том, что все обязательно должны стать кришнаитами. Шрила Прабхупада говорит, что никогда такое не наступит.
Такой момент никогда не придет. Почему? Потому что люди приходят сюда отрабатывать свои желания. То есть они должны реализовывать их, они должны пройти какой-то свой урок, все находятся на разных уровнях. И я как-то думал о том, в чем заключается миссия, например, тех вайшнавов, которые подают сознание Кришны в пакете, скажем так, в такой упаковке, которая применима, которая востребована, не напрямую, не скажем так, не в этом всем индийском антураже, в котором мы обычно привыкли жить, в частности, те, которые проповедуют, как Дамодар Виджая Прабху, например. То есть те, кто проповедует, те, кто помогает решать какие-то социальные проблемы людям, разобраться в себе, в своих отношениях, например, в сложностях семейных и так далее, ситуациях. И вот в один момент я вдруг осознал, что то, что они делают, на самом деле они готовят целый класс шанта-бхакт. Потому что часто мы воспринимаем преданность, означает активная позиция, правильно? То есть мы думаем, что это, ну, как минимум, дасья раса, как минимум отношения слуги. Или же, может быть, с чувствами, с сердцем, то тогда это может быть уже как более такие какие-то внутренние, более близкие отношения, более, как, например, такие отношения, которые у преданных могут формироваться, когда они поклоняются божествам. То есть там проявляются уже какие-то более глубокие, там, может быть, родительские, еще какие-то отношения. Конечно же, мы не хотим спекулировать на эту тему, но тем не менее мы знаем, что есть высокие разные уровни отношений с Кришной, которые, в конце концов, доходит даже до уровня супружеских отношений, мадхури рас. Но так или иначе, вот шанта раса, как правило, это та форма отношений, которую мы игнорируем, потому что мы считаем, ну, шанта раса, человек просто йог сидит, вот он там в параматму видит, ему этого достаточно, больше ничего он не хочет делать. То есть как бы это такое, для нас это низкий класс, низкий уровень. Но тем не менее, шанта раса подразумевает себе то, что люди, они могут получить правильное восприятие, они могут оценить и увидеть то, что сознание Кришны – это действительно великая наука. Однажды я распространял книги в 90-е годы, и я постучал в дверь, которую мне открыл профессор какого-то местного университета. И когда я ему показывал книги, он говорит: «А я читал Бхагавад-гиту». Я так удивился, оживился, говорит: «Да, очень интересно, что и как?» Он говорит: «Да, да, интересная книга». Говорит, но, говорит, я не согласен с одним моментом. Я думаю, интересно, что за момент? Он говорит: вы не поверите. Он говорит: 18 глава, такой-то текст. Я такой: ничего себе. Я беру Бхагавад-гиту, у меня пачка книг, достаю Бхагавад-гиту, листаю, нахожу 18 глава, такой-то текст. Он говорит: читаю вот здесь, второй абзац. Я читаю. Прабхупада говорит: и поэтому осознать смысл Бхагавад-гиты только может Бхакта Господа, преданный Господа. И он такой говорит: вот. Я такой: да. Я его спрашиваю: ну и? И он такой улыбается, говорит: и тут сложно. Говорит: ну не может. Он осознал, он понял, чтобы понять суть Бхагавад-гиты, ему нужно стать преданным. И он понял, что этот шаг он не готов сделать. Но он понял смысл Бхагавад-гиты. Я был в восторге просто. Этот человек, он осознал Бхагавад-гиту. Понимаете, он достаточно был разумен, он понял, что теперь ему надо действовать. Но он не готов. Но достаточно того, что он уже принял для себя. Он сделал такое заключение. И это не означает, что все, кто соприкоснется с сознанием Кришны, примет его. И в этом нет необходимости. То есть люди, по крайней мере, они делают оценку, они понимают: да, это замечательно, это здорово. То есть они делают вывод, и это уже является шанта-раса. Вот поэтому я очень люблю цитировать нашу дорогую Иванову. Помните его, да? Иванов, который приехал сюда вот на как раз первый ретрит. Помните, да, Дамодар Виджай? Первый ретрит Дамодар Виджай был здесь. У нас был Иванов. Да, то есть такой парень, очень интересный, такой, с таким юмором. Такой себе любит постебаться немножко. И вот он говорит сразу же: называйте меня Иванов по имени Денис, его, да, по-моему, звали. Вот. И в конце концов, как весь ретрит, он как-то странно себя вел, непонятно, что цепляет, не цепляет, в конце концов он раскрылся. И после этого очень часто
Иногда он появляется в Нью-Йорке. И, ну, мне больше всего понравилось, как он после... Он на том же ретрите, он подошел ко мне, обнял и сказал, говорит, ты мой брат в Кришне, а я твой брат во Христе. И я был в восторге. Я думаю, вот это вот совершенство жизни, понимаете? Он брат во Христе, я брат в Кришне, и все. Что еще нужно? Человек все понял, сделал вывод. И он Шантараси, то есть он любит просад. Он, мы его часто видели в Бхакти-центре. Он приезжал на киртаны, на лекции Раданатсава. Но он искренний христианин. И этого достаточно, этого совершенства. Вот, то есть вот такое состояние, это все, что мы хотим. А Кришна, то есть все идут своим путем к Кришне. Каждый идет моим путем, с разной скоростью. Вот. И главное, чтобы мы могли понимать, что человек... мы должны принимать людей, какие они есть. Принимать, осознавать и ценить. Ценить то, что каждый имеет право выбора. То есть никто насильно не может быть. И никто не может любить под, как говорится, under gunpoint, да, то есть под дулом пистолета. То есть даже никто не может повлиять. Это свобода выбора. Но, с другой стороны, это не повод для того, чтобы преданные расслаблялись, и поэтому у настроения ачарьев они хотят спасти весь этот мир. Несмотря на то, что это, можно сказать, совершенно бессмысленно, бесполезная затея, как Васудева Дат, великий святой, который был, можно сказать, его лила в том смысле, что он мог этого избежать, но тем не менее, он был в состоянии больного проказа, и его тело было покрыто язвами, кровоточило и так далее. И тем не менее, он обратился к Господу Чайтанье и попросил его, говорит, я хочу спасти весь этот мир, позволь мне взять на себя грехи всего этого мира. И Господь Чайтанья сказал, я могу это сделать, но, говорит, да, весь мир будет освобожден в то же мгновение. Но в ту же самую секунду он опять наполнится новыми обусловленными души. Вот я как-то думал, ну а зачем тогда? Зачем прилагать усилия? Зачем, если это бесполезно? Это все равно, как знаете, как тонет лодка, вы из нее вычерпываете воду, а она все равно набирается. Но на самом деле настоящее сердце вайшнава переполнено состраданием Господа. Это самое лучшее качество Господа, это сострадание. Поэтому преданные переполнены им состоянием. Потому что это они делают из отношения к Господу. Они это делают для Него, они хотят Ему принести радость. И когда человек находится в таком настроении, то нету никаких ограничений. Такой человек может делать огромные вещи без... Он не будет обусловлен этим, он не будет думать, ну все, этого достаточно, я могу уйти на покой. Нет, он будет продолжать это делать. И вот в этом смысле, в таком настроении святые, они превращают постепенно весь этот мир в Вайкунтху или в святое место. Харе Кришна. Намадар Виджайпрабху, может вы что-то хотите пару слов сказать? Можно еще один короткий вопрос. Просто мне очень интересно, вот это Шаранагати, вот великолепное произведение, которое меня очень восхищает, читаю часто. Вот как оно возникло вообще? Мне, может быть, вы скажете пару слов? Что предшествовало вообще? Бхактивинода Тхакур написал около 100 книг и несколько сотен баджан. Шаранагати – это сборник, в котором Бхактивинода Тхакур очень подробно, в очень поэтичной, красивой форме на Бенгале описывает разные этапы предания Господу. Насколько я понимаю, Шрила Бхактивинода Тхакур, первый ачарья, который на современном языке описал, что, собственно говоря, с нами происходит. Что происходит и что происходит с человеком, с душой, которая достигает совершенства, которая достигает не просто освобождения, но обретает према бхакти. Вот. Я понимаю так, что это очень глубокая медитация Бхактивинода Тхакура. То есть это то, что он переживал в своем баджане. И, как я уже говорил, можно только догадаться,
что человек может испытывать, живя так, в таком ритме. Представляете? Ходя на работу, вот, потом приходя вечером, несколько слов. Но у него была миссия. Это, представьте, он жил этим. И воспевая святое имя, он, для него Кришна из его сердца открывал все это. Все это он получал. И, естественно, он также получал это от своих гуру. И постепенно это все раскрывалось через него. То есть Господь использовал как медиум. Вот. И таким образом он очень много удивительных вещей раскрыл. Но при этом сам он не фокусировался на этом. То есть он не считал себя, он по-прежнему был очень смиренным. И самое интересное, в его биографии, которую я, готовясь к этой лекции, перечитывал, все авторы, они говорят о том, что Бхактивинода Тхакура, у него был очень важный принцип жизни. Он категорически никого не критиковал. Он абсолютно никого, даже у него были враги, потому что он был в светском обществе, он был судьей, можно представить себе, даже Дамодар Джа приводил пример этого йога Вишакхишена, который мистик был, который был негодяем. Вот, и он пытался убить его. И там они, я читал, они содержали целую армию, там было 30 мусульманских констеблей, там было где-то 20 с лишним индусов, охраняли этого йога в этой тюрьме. Ну так или иначе, и даже несмотря на то, что этот йог своим проклятием практически убил младшую дочь Бхактивинода, сам Бхактивинод был тоже, можно сказать, на грани смерти, но тем не менее, он из принципа он сказал, что я все равно, пусть вся моя семья погибнет, но все равно этого мошенника я поставлю на место, я накажу его. Ну то есть можно представить себе его ситуацию, тем не менее, каким-то образом он находил эту возможность. Для меня такой пример более отзывается во мне, чем пример, например, отреченных людей. Я был в брахмачари много лет, я знаю, что такое, когда ты никак не связан никакими мирскими узами. Но более впечатляюще то, когда человек является частью этого общества. Когда он себя не отгораживает от этого мира, он не дистанцируется от людей, знаете, не брезгует. Очень часто бывало, я знаю, даже я слышал от обычных людей, которые говорили, что почему-то вы не смотрите нам в глаза. Говорили, сколько раз видел кришнаитов, они не смотрят в глаза почему-то. И такого рода вещи. И люди это чувствуют. Люди понимают, что если мы себя, так сказать, на коне считаемся, мы носители какой-то истины и все остальное, и мы тем самым пренебрегаем обычными людьми, то это очень легко передается. Но, с другой стороны, если мы считаем себя частью этого общества, если мы несем на себя ответственность этого общества, и мы просто пытаемся служить людям терпеливо, как этот факир, и при этом, как помогает дать людям настолько, насколько человек может перевести, точно так же, как мы воспитываем детей, то это то, что нужно. Потому что вайшнав – это, как знаете, как лекарь. Понимаете? Он имеет свое место в этом мире. И этого достаточно. И благодаря тому, что преданные просто искренне желают, они эманируют из себя желание помогать людям, они сопереживают. Они живут, они могут войти в сердце человека и понять его. Как-то мы с Кишори ранее общались с Вирабадрой, Рама Прабу, и как-то получилось, упомянули одного человека, который запутался, можно так сказать. Он вроде бы как и духовная личность, но с другой стороны очень такое ведь критическое отношение ко всем, завистливое отношение. И Вирабадра просто сказал, сколько у него боли в сердце. Понимаете? То есть я был поражен тому, что можно увидеть негатив, можно описать это по-другому. Сказать, сколько боли у человека, он несчастный. И вот это сострадание – это самое лучшее качество Господа.